политехническом колледже учится очень много иностранцев, в том числе из Европы. Встречайте, танцевальная бальная пара из Испании, которая расскажет историю своего знакомства. Под ваши аплодисменты! Покупайте мир, вытирайте сопли. У него были такие красивые, элегантные усики. Лиана, это мои слова? У него были красивые, элегантные усики, а также большие, глубокие, красивые глаза. Я боялся в них утонуть, и поэтому слегка мочил ножки. Я не целуюсь на первом свидании, у меня принципы. Я тоже не целуюсь на первом свидании, у меня прыщики. Но все же не поцеловались. Во время нашего первого поцелуя мне было 16. А мне было... пофиг. Меня родили родители во время родов, день моего рождения. С ним было трудно спорить, хотя он всегда любил спорить. И чего я не любил? Когда он стал грубым, и чё? Не из дрянь, я сам расскажу. Так наши чувства и касания, но между нами все еще продолжало гореть пламя нашей любви. Любви к искусству и творчеству в Нефтегазовом университете. Дорогие друзья, всем большое спасибо. Пока!